Друзья, представляете, мы с Санди выписали оба товары тайские, не сговариваясь, в один день. Я выписала чай и кокосовое сухое молоко. Чай пришел только что. Я его пересыпала уже. Ну, такой, как, не знаю, просто обычно, ну, пахнет приятно. А Санди выписал много, вообще много всяких. Это значит осьминоговый фиш-соус. Рыбный соус с осьминогом. Значит, здесь листья лайма. Так, а здесь приправа к супу том-ям. Как смесь приправ. В общем, пока что вот. Он еще много чего выписал, но еще не все пришло. Друзья, доброе утро! Выходные, ура! Доброе утро! Доброе утро! И мы с Санди идем... И мы с Санди идем на педикюр. Ой, ну на улице как тепло. Я иду в одной толстовке. Санди сказал, тебе не будет холодно, потому что он ходил деньги снимать. И правда, мне не холодно. Вообще, супер. Алло. Вон. Вот, друзья. Такая красота. My lovely complete here for 1 minute. We have time. Пойдемте посмотрим, друзья, подснежнички. Ой, птички как хорошо поют. Ой, подснежников как много. О, вообще. Сейчас я вам покажу. Посмотрите на эту красоту. Они уже даже отцветают. Я проворонила их время, когда они были в самом расцвете. Это я проездила в Таиланд, друзья. И уже голубенькие цветочки готовы. Ой, как красотища. Обалдища. Ну ладно. Пойдемте теперь. Ну и все, проворонила. Так, друзья, тут что-то новенькое. А, тут распродажа. Тут грандиозная распродажа в этом магазине. Смотрите, какие интересные. Тут вообще интересные, кстати, вещички такие. Много. Надо будет зайти на обратном пути, посмотреть. Обувь хорошая. Обувь хорошая. Все, друзья, я освободилась. Санди остался там. Я пошла. Хочу пройтись по магазинам. Мне нужно купить жидкость для снятия лака, ватные диски. Как-то у меня все закончилось. Сейчас сходим с вами в магазин Aldi. Посмотрим, что там продают. Интересное. Народу не очень много, судя по машинам. Так, 49 центов за одну штуку баклажаны. Надо купить. Так, морковь €59. 2 килограмма, по-моему. 2 килограмма, да. Сельдерей. Корень сельдерея. Ягодки взяла еще. Так, что тут у нас? Курица. Курица. Куриная грудка 4,79 за упаковку, а тут 600 грамм. Наверное, я куплю лук порей. Одну штучку. 75 за штучку. Так. Немецкие орехи. 3,69 за килограмм. А, свекла. Свекла у нас есть. Угу. Чесночок такой свежий. Симпатичный.
Так, трюфель Ая, марципан Ая. Это все для Пасхи, друзья. Все для Пасхи. Конфетки. Ой, а это не у меня. Так, ладно. Что же мне? Мне нужна жидкость. Сначала тут посмотрим. Буду делать винегрет, но не буду делать с картошкой. Буду делать с сельдереем. Почему я и купила сельдерей. Вообще все то же самое, кроме картошки, сельдерей. Так, значит, мне нужны огурцы соленые, еще и зеленый горошек. Так, хотя у нас есть зеленый горошек замороженный, может, он лучше подойдет. Паштет такой вкусный по акции, всякие там разные. Так, масло для душа вот за 95 центов и за евро 85 я взяла. Это для сухой кожи, оно так хорошо ухаживает, это масло. Оно как гель для душа и масло в одно, два в одном. В общем, можно и мыться, и в то же время кожу не сушит. Так, сейчас мне нужна жидкость для снятия лака, не забыть. А я вот, вот вижу, вижу. Кокос дуфт. Окей, пусть кокос будет дуфт. Нам нравится кокос дуфт, там еще какой-то другой дуфт. Классик, никакой не дуфт. Возьму и тот пригодится, быстро тратится. Коллаген, аминозор, пантенол, крем. Так, чтобы еще-то мне бы. Так, я говорила, жидкость для снятия лака и что? Диски ватные. Угу, ватные диски. Вот, посмотрите, какое разнообразие хлеба в данный момент. Ничего пока не разобрано. Выпечка обалденная. Нужно, кстати, хлеба купить. У нас хлеб закончился. Я возьму вот этот. Здесь немножко другой нож. Наши кусочки хлеба отваливаются. Тоже вино недорогое. Ну вот есть 15,99 какое-то. Я особо в винах, конечно, не разбираюсь, но цены приятные вина. Рислинг, Шардоней. Короче, много вин с очень хорошими ценами. Вот Мерло, евро 99, итальянское вино. Круто. А здесь уже для высадки растения. Чили. Чили. Может, нам чили-то купить? Я куплю, наверное, чили. Потому что раз уж мы теперь едим чили, нам он необходим. Томаты. Петрушка. Вот, может, кориандр надо будет тоже посадить на балконе. У нас места-то достаточно для посадки. Лаванда. Лаванда у нас посажена. Надеемся, что зайдет. Какая интересная подставка для газет. Смотрите. Диван оставить. Классно. 17,99. Утюг. Фирмы Браун. 69,99. Интересные, успокаивающие подушки.
одеяла какие, покрывала классные. 19,99. Ну и всякие пижамки 9,99 для детишек, комбинезоны от дождя, не теплые, а от дождя по сезону. Смотреть, что... Угораздило меня, друзья, зайти в Альди. Закупилась на 80 с чем-то евро. Но это, в принципе, не дорого, я считаю, потому что я много всего купила. Так, сейчас главное дойти. Но тут недалеко идти, поэтому... Хорошо. А. Санди купил кофемашину для... работы для водителей грузовиков, которые приезжают к нам. А? Еще посылка одна пришла. Us is inside. Us is doing. Так, для Александра. Значит, это он что-то вписал. Мы думаем, что это клейкий рис. Клейкий рис, который применяют в приготовлении десертов. Друзья, такой вкусный. Клейкий рис с манго и кокосовым молоком на поздний завтрак у нас. Каша овсяная с ягодками. Вкуснятина. Выбрались мы, друзья, на прогулку. Посидели дома. Санди суп варил, а я... Ну, как-то все что-то. Стирка такая, знаете, все дела домашние. Ну, вот. Я Санди говорю, пойдем-ка пофотографируем цветочки. О, be careful, please. Вот. Так что сейчас вот вышли в наш парк. И посмотрим, что у нас тут расцвело. Ага. О, нарциссы. Целая поляна нарциссов. Мы как приехали, мы так еще и не были в нашем парке. Друзья, посмотрите-ка. Какая красота. Какая лепота. Ой, как красиво. Да? Да, здорово. Почистили земельку вокруг, все кругом прибрали в парке. Потому что весна же началась. Надо, чтобы все было красиво. Ой, как здорово. Так, ладно, нарциссы. Хорошее дело. Нарциссы – дело хорошее. Это замок, в котором мы... новогодний бранч проводили. Новогодний бранч, в котором проводили. А летом мы здесь сидели на гриль вечеринке. Ой, смотрите, посмотрите, какая прелесть. Какая это ж прелесть. Почечки зеленые. Ой, вообще. Вот. Гриль. Вот здесь проходит. Наступит летом, снова пойдем. Вас с собой возьмем. Камелия, бутоны набрала. Прямо обалдеть. Где-то уже цветут камелии. Где-то они уже вовсю цветут. Вчера я видела, когда мы ехали на работу. А вон и крокусы, полная. Посмотрите, поляна крокусов. My lovely, see? Крокус. Yeah. Ой, подснежнички. Милашки.
Прелестницы, прелестники. Ой, там тоже, смотрите, там дальше. Да, они уже отцветают свое время. Жалко. Так, ладно, пойдемте посмотрим на крокусы. Мы их еще в этом году не фотографировали. Подснежники я уже успела отснять. Будем идти осторожно, чтобы никого не раздавить. Ой, прелесть какая. Здравствуйте, крокусы. Вы мои первые крокусы в этом году. На камере. И вообще. Нет, вообще я видела из окна машины. А, сфотографировала первый раз. Хорошенькие, нежненькие, сиреневенькие. А там, вот если идешь к ручью, тоже совсем, вот где мостик, там видно, да? Мостик перекрыт, он, наверное, пришел уже в не совсем годное состояние. Но если идешь к ручью, там синие подлески или пролески, я уже забыла название. Где-то гуглила. Дети. Халю! Ахтун! Was ist? Ja, wir machen Fotos. Ja, ich sehe. Ich sehe. Ein Fluss. Nein, 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 nein. Was machst du? Was denn du sagst? Nein. Nein, nicht korrekt, nicht gut. Ja. Das ist verboten. Вырывают подснежники прямо с корнями. Мы, говорит, их собираем. Видишь, какие шустрые. Я? Yeah? Is it children? In England, this is legal. Yeah, in Russia too. It is in red book. In, you know, yeah? Yeah? Red book. Maybe here not. I think Yeah. Так, где же мои синие цветочки? В этом году нет их, что ли, еще пока. Может, еще рано. Здесь. Может, еще рано здесь, а может. Вот здесь прямо была такая. Ой, там поляна с крокусами. My lovely here is beautiful. Прямо была такая поляна вся синяя. Может, действительно рано, а может, вытоптали или... Непонятно. Какая-то фляжка черная. Что за фляжка? Неизвестно. What is this black one? Крокусы. Вот, смотрите, тут они. Все лежат почему-то. Что с вами? Вы почему лежите? Вам ветрено? Или? Непонятно. Вот там красивые на той стороне. Но мне их не сфоткать. Не перебраться. Если только с той стороны, а с той стороны тоже? А, нет, можно. Вот такой у нас парк, друзья, за домом. Такой милый-милый парк. Правда, здесь некоторые свиньи в людском обличии разбрасывают мусор. Что очень печально. Оставляют бутылки. Пахнет вкусно едой. Алло. Алло.
Ой, создают парочки, сели из них одной гагарочки. А, здесь можно крокусы. I smell barbecue. What is it? Who made this? Все лежат. Why is there a lion? Huh? Lion? Rain? Wind, rain? I don't know. Смотрите, какие классные букеты, но все лежачие. Вообще обалдеть. Так, ладно, сфоткала крокусы. Вот выбирай, красавица, кого-нибудь одного. Она выбрала, похоже, уже. She has to make choice. Yeah, yes. I think she has already. The three men. Yeah. I think he's lost. Okay, let's go, my beautiful. Какие заросли для птичек. Для пивуней. Смотрите, свежие листики уже какие большие. Какие уже большие. Ну ладно. Мне нравится вот это дерево. Это типа акации, потому что тут такие стручки длинные болтаются. О, еще мужики подруливают. Красавец. А, леди там одна. Вон она. Леди. Ага. Так, пойдемте дальше. Смотрите. Наш Неандерталь. Video. Let's go disco. Let's go disco. Я себе шаль нацепила такую на всякий случай, вдруг замерзну во время прогулки. И вот уже припотела чуть-чуть. Так, у нас Kaufland. Нам магазин не надо. Апотека. Это апотеки я вам. Saturday. This is Dienst Apotheke. Has to be open. Okay. Дежурная аптека должна быть открыта. Фламинго стоит. Фламинго. Oh, you know the flamingo you've got with the lamps. Так, это магазин Woolworth. You know the flamingo you have with the lights? Yes. Lady in the Krankenhaus had them in her office. Yes? Yes. Ah, you see? She also had a turtle and a frog. Ah. Uh-huh. Так, Profession. Хороший очень магазин, мне нравится. Ну, конечно, тут столько всего, много. Не будешь же ты постоянно все это покупать. А хочется покупать постоянно, когда сюда заходишь, лучше не выходить. Да. Нам ничегошеньки не надо. Я сегодня все купила в Альди. Дайхма. Обувной магазин. Тоже очень хороший. Кик. Тоже хороший. Меди Макс. Нам нужно купить посудомойку. У нас посудомойка, друзья, барахлит. Мы уже все нервы с ней испортили. Никакого нам удовольствия нет от посуды, от невымытой. И Санди сказал, что я больше не могу. Нам надо новую. Ну, надо так надо. Because it's quite tall, so our big plate should be okay. Yeah. Вот самая хорошая цена. Вот это нам нравится. Einbau. Но тут, видите, такую панель вот эта белая. Где нам ее брать?
Может быть, они как-то делают, а вот типа такого, да. About like this, yeah? Yeah. Но у нас панели нет. Окей. Да, так они такие дороговатые. See 479. But again, it's. Yeah. It's whether you can get them. Так, друзья, идем дальше. Посмотрели на посудомойки. Вон там такие крутые стоят мотобайки. Идем. Прогуливаться. Надо что-то решить с посудомойкой. Это действительно, потому что не дело перемывать потом. Мы уже все перепробовали, все возможные проблемы. Перебрали все, пытались это все решить, но у нас так ничего и не решилось. Посуда остается грязной. Какая-то прямо идеально чистая, очень. А какая-то как будто и не мытая. Может, что-то с прысками, что-то с насосом. Короче, не знаю. Так, друзья. Идем вот к тому дереву, и там цветочки уже я вижу издалека. Оно уже цветет. Которое за светофором. Сейчас мы увидим это поближе. Чудеса природы. Просыпание весной. У-ху. Радость. Снежников-то как много тут тоже. Обалдеть. А тут грибы. Грибочки на пенечке. И кроты все перерыли. Посмотрите-ка, сколько много кротов. Ой, какие хорошенькие. Просто прелесть какая-то. Ой, как много. Кучками, кучками. Друзья. И вот, посмотрите, чудеса. Дерево цветет. Дерево цветет. А Санди зевает. Санди выходной, он хочет спать. Отдыхать, вернее, релаксировать. Я его тут гоняю. И маленькие цветочки. Здравствуйте. Красивые. Ай, прелесть какая. Здравствуйте, прекрасненькие. Красненькие, прекрасненькие. Так, надо мне еще вот это как-то сфотографировать. Смотрите, новая ветка прямо из ствола. Интересно, пахнут или нет? Нет, вроде и не пахнут как-то особо. На склонах ручьев много очень подснежников. И вот посмотрите, там маленькие мини-нарциссы в саду у людей. А тут посмотрите как. Ой, вообще много. Много-премного. Ой-ой-ой. Какая прелесть. И белые нарциссы. А, нет, это не нарциссы, это морозники. Пальма прижалась к дому, к родному. Угу. О, тепло-то как. Воздух какой теплый. So warm, yeah? Yeah. Crazy.
мы вернулись обратно. Да, зашли туда и вышли. Ну ладно, хорошо. Там примулы уже у людей посажены. Ну еще, конечно, будут заморозки. Так что рано еще высаживать цветочки на улицу. Только которые сами знают, что им пора расцвести. Дико растущие. Желтеньких маленько крокусиков. Ну, как-то их немного. И вот я вам показывала, правда, они почему-то лежат. Интересные. А тут вот уже розалии. Смотрите, какая прелесть. Дом какой огромный. С красивой крышей. И магнолия около этого дома будет потом. Красавица такая. Еще рано, конечно, магнолия. Но уже скоро. Еще, я думаю, месяц. А может меньше. И они зацветут. Ну, зависит, конечно, от погоды. Если, может быть, погода не будет солнечной, да. По суше, чтоб не как каждый день у нас дожди. А здесь люди выставили шпермюль. Вот, посмотрите, какие стулья хорошие. И это вот можно забирать кому надо. А стол какой шикарный. Кто хочет, может забрать, увезти и пользоваться. Я считаю, что это вполне даже... Ну да, может быть, покупают новую мебель, как мы, например. У нас тоже такие неплохие стулья, в принципе, и стол. Но Санте захотелось новое. Я его поддержала в этом, почему бы и не. Смотрите, еще один куст. Красивый, цветущий. Плохо видно при такой погоде. Все серенькое. Розен апотеке. Ювелирный магазин. Турецкий магазин. Maybe we need coriander, my lovely? We can buy more coriander. Yeah, we have not so many. Coriander for the soup. Okay. И много зелени. Прекрасный. Вот стручки какие-то. Интересные. Парикмахерские. Вообще, короче, у нас расположение идеальное, друзья. Приезжайте к нам в гости. Приглашаю. Приглашаем. Есть где погулять, пока мы работаем. Закоулок. Приглашаем вас в гости. Что за шимпанза такая тут? Интересная. Какой-то герой из книжки, похоже, новый. О, Квин. Машет ручкой. Игрушечки всякие. А, какая пчела симпатичная. Симпатишка пчелка. Лондон. Next station, London. Vegan food every day. Every day.
Вот. Санди такая позиция интересная. Похоже, что он хочет. Сами поняли, куда. И снова здравствуйте, друзья. Мы сидели дома и решили пойти поесть куда-нибудь поблизости в ресторанчик. Хотя мы сварили суп, а подумали, суп подождет, ничего страшного. В общем, мы нарядились и собираемся выйти. А вот и наша еда, мы дождались, друзья, мой салат с креветками. Там, короче, креветки и всякие овощи. Вот гирос, помис, билиндан. Доброе утро, друзья! Сегодня воскресенье, и у нас сегодня завтрак в лесном ресторанчике. Мы в данный момент собрались и поедем. Там еще будет мой начальник, и вот мы втроем будем завтракать. Мы это делаем, в принципе, частенько, я имею в виду, завтракаем втроем. И вот сегодня снова дождик на улице. Мы хотели на велосипедах ехать. Придется на машине. Ну ладно. Ничего страшного. Много народу идет. Тоже что ли на завтрак они все идут? Туристы, пешеходы. Сейчас проезжали мимо стоянки, где люди останавливают машины свои и дальше идут пешим туром, гуляют. Очень много машин, несмотря на дождь. Ну, дождь не сильный, потому что люди гуляют с удовольствием в воскресенье. В Германии так заведено, кстати, традиция. У, как много машин. Люди с цветами. На праздничный завтрак подрулили. Надеемся, что нас пустят. Может, там вообще какой-нибудь заказной банкет утренний. У, большущие карпы здоровенные. Ой, белые там. Я их, кстати, вот я и боюсь этих рыб. Они какие-то обжоры такие. Это просто обалдеть. А? Я. Я. А, мультифрут. Я? Мультифрут. Это. Окей. Брускеты, мои любимые брускеты. Ура. They came here last week, but I drove. Because I thought they did. Yeah, well, the guy that took us round said that our ship was doing good. It's interesting, because of course the other thing. Так, друзья, мы отзавтракали, а дождик не прекращается, даже немножко стал сильнее. Ох-ох-ох-ох-ох. Будем целый день дома сидеть, что ж делать? Релаксировать. Красота.